Смотрите. Замечания есть? Очень много. Много? Написали, передали? Пока нет. А что тянет? У нас еще, понимаете, мы не можем до конца выяснить, еще БТИ и выезда не было. По метражу у нас еще вопросы. Ну, по метражу вопрос, что у вас меньше метров не может быть, а... Ну, если получится, когда выезд вдруг больше... БТИ будет, то вот тогда мы будем вопросы такие. Ну, это юридический нет, вопрос. Да, метраж очень маленький, да, на самом деле. Не, метраж, ну, такой, как по закону, да, то есть мы должны вам предоставить... Метр в метр. Метр в метр, да, то есть мы больше не имеем права предоставить. А меньше? Меньше тоже не имеем права. Надо предоставить нам одинаково, как мы и говорили. Сейчас такого нет, если есть только по отдельным квартирам, ну, хорошо, и то мы ждем БТИ, правильно ведь? Давайте, кроме метров, меня интересует, соответственно, качество отделки своих квартир. Смотрели? Ну, отделка пока еще... Качество ничего не видно. Так, еще вот смотрите, самое важное, чтобы сейчас вы составили полный, так сказать, перечень каждой по своей квартире, те недоделки, которые есть. Без вашей подписи мы дом принимать не будем. Но тоже не злоупотребляйте, не придумывайте чего-нибудь такого. Все-таки... Абсолютно нет, все на виду, все конкретно. Все хорошо, тогда когда предоставите? Давайте так, те, кто до завтра, до 15 часов, кто будет ответственный? Идем, иди сюда. Андреевич, есть предложение. Сейчас, давайте. Андреевич. Вот завтра до 15 часов он здесь. Значит, кто принес, он под роспись принял. Соответственно, все эти недоделки принимают. Те, кто не принес, считаем, что у тех вопросов нет. Договорились? Хорошо. Договорились. Какие еще вопросы, Андреевич? Есть предложение все-таки на неделю отложить это, потому что не во всех квартирах поклеен обои, линолеум лежит. Здесь давай мы лучше вот соберем сейчас, а на через неделю, когда начнут клеить, они еще раз придут, посмотрят и составят. Вот на те вопросы, которые есть сейчас, чтобы сразу обозначили, потому чтобы не срывать обои и не, так сказать, подходить к ремонту дома повторно. Значит, завтра он в 15 здесь, принимает от, сколько у нас, 17 квартир? 17. Соответственно, 17 семей, даете свои замечания, все к ним. Значит, обмер БТИ — это другая история. Если чьи-то интересы будут нарушены, значит, с каждым будем индивидуально решать. Подрядчик отдельно работает с каждым и будет... Да, если, это будем решать. Но когда будет обмер БТИ, Андреевич? На следующей неделе. Будет, да. Поэтому давайте так, меня пока интересуют вопросы качества строительства. Ну как, мы же заказчик, деньги же мы даем. Деньги-то мы же даем. А вы что-то в состоянии изменить? Конечно. А что? Что я не в состоянии изменить? Нас очень балконы очень не устраивают. Нет, Татьяна Юрьевна, ну скажите, вас устраивает сегодня квартира? Вы получаете, ваша семья, то, две квартиры. Балконы небольшие. Да, ну, балконы не устраивают. Ну, ваше мнение. Губернатор спрашивает ваше мнение. По балкону я объяснил о том, что если это балкон, то из общей площади это будет вычета. Тогда зачем, грубо говоря, лучше жилое помещение получить дополнение? Нет, тоже должны понимать. Его даже не спуститься, там не залезешь в этот балкон. Нет, с коэффициентом 0,3 все равно учитывается. Но, слушайте, ну, 185-й закон, он предусматривает стройку метр в метр. Да, то есть, и, к сожалению, понимаете, если бы мы понимали, что вы готовы там заплатить дополнительные метры, муниципальное образование нищее, они заплатить за вас, к сожалению, не могут. Мы не имеем права из областного бюджета заплатить. Значит, что касается, соответственно, балконов, то действительно не все проекты имеют у нас балкон. Связано это с тем, что цена — вопрос. Вот это жилье строится по 30 тысяч рублей за метр. Понимаете, когда вы сами видите, что... Причем мы должны вам сдать с отделкой это жилье, так сказать, в нормальном качестве, не просто так, на тебе... Боже, что нам не гоже, да? Балкон — это не главное.